Смотрите, что происходит. Капец, снова этот баг, ребята. Атласа трясет на каких-то вот таких непонятных горках. Ребятушки, всем здорова, с вами, как всегда, Артимен. Ребята, все танки в игре Hills of Steel сегодня будут сражаться против босса, который называется Армада. Да, ребятки, вот этот босс, который стреляет мортирной пушкой. А сражаться все танчики, ребята, будут вместе с самым, конечно же, крутым бустером, который называется Быстрая Перезарядка. Да. Ну что, не забудь перед началом ролика, как всегда, подпишись, поставь лайкосик на этот видос. Начинаем с первого танчика, погнали. Итак, ребятушки, бой начинается против нас. Армада, выкатывается босяра, просто жесть вы, ребята, посмотрите на него. Но я его не боюсь, потому что, ребятки, у меня есть быстрая перезарядка, вы сами это знаете. Так, ну что, быстрая перезарядочка, включаем и начинаем расстреливать. Воу-воу-воу, да выпрямись ты уже, кобра. Так, где там наша армада? На, получай. Ху-ху. Так, так, она в меня стреляет. Капец, у меня уже бустер кончился, а я ее еще не уничтожил. На, ес, ребята, да. Победа. Итак, следующий танк, Джокер. Он и так, ребята, очень-очень скорострельный. Но с этим бустером будет просто-просто мега скорострельным. Пулеметом я его называю. Итак, вот оно, наш следующий бой, Армада против Джокера. Скорострельный Джокер, ребята, вы просто прикиньте, насколько он быстрый. Вы смотрите, как он стреляет, ребята. А с быстрой перезарядкой просто жесть. Вы смотрите, самый настоящий пулемет. Воу-воу-воу-воу-воу, давай-давай. Блин, почти-почти победили, ребятки, у него все-все. Да, мы ее победили, отлично. Следующий, ребята, танк, который сейчас будет участвовать в следующем бою, Титан. Самый, одной из самых мощных пушек в игре, да, одной из самых мощных. Итак, бой начинается, Армада и Титан. Мне кажется, ребята, Титан ее может просто с одного выстрела победить, наверное, я не знаю. Сейчас, конечно, посмотрим. Так, ну что, где ты там едешь? На! Ху-ху! Не, ребята, не с одного. Смотрите-ка, я ему прям ровно в башню попал. И быстрая перезарядка просто все решает, ребята. Капец, как быстро стреляет Титан. Правда, я вообще не попадаю, а у него такая большая отдача, что танк отталкивает обратно куда-то на базу. Давай! На, давай! Yes! Все, ребята, и это тоже победа. Итак, следующий танчик, огнеметный Феникс. Отправляемся на нем с вами, ребята, в следующий бой. Итак, бой на Фениксе начинается. Ну что, готовься, братишка, к мощной жесткой атаке. Армада, ты готова? Правда, Фениксу, по-моему, не очень-то сильно и нужна эта быстрая перезарядка. Зачем Фениксу быстрая перезарядка? Он просто, получается, сможет дольше атаковать Армаду огнем. Это единственное преимущество, я так понял, да. А в принципе, он и так быстро атакует, ребята, Армаде. В принципе, так и так она не выживет. Что? У меня Феникс, вы видели? Пушка перевернулась просто на 360 градусов. Точнее, на 180. На 180 градусов обратно перевернулась. Капец просто. Так, а получится ли у меня? Получится ли у меня заехать ей в гусеницу? Нет, что-то не получается, ребята. Ладно, все, победа! Следующий танчик, ребятушки, у нас баллиста. Она и так стреляет тяжеленными снарядами, но будет стрелять еще быстрее. Итак, бой начинается, ребятушки, на, собственно, баллисте против Армады. Воу, жесткая, ребята, катка. На, получай, да. Прямо с одного выстрела сразу попал. Смотрите, как она быстро стреляет. Просто капец какой-то. Давай, давай, побеждаем. Yes, ребята, и это победа. Итак, следующий танчик, высокая, длинная башня, атакует, ребятушки, достаточно мощной пушкой, погнали. Итак, ребятушки, следующий бой уже начинается. Так, Армада выкатывается на нас. Так, у меня башня, ребятушки, вы смотрите, что она творит с быстрой перезарядкой, просто жесть. Воу, воу, что происходит, ребята? Капец какой-то. Так, ну что, мы ее почти уже победили. На, получай, Армада. Да блин, капец, танчик то туда, то сюда падает, да сколько можно. На, получай. Так, Армада, давай, давай. Yes, отлично. Итак, ребятки, следующий танчик. Редкий жнец. Редкий, ребята, танк атакует всех своим пулеметом. Ну что, начинаем. Итак, ребятушки, бой Армады против жнеца. Вот она, Армада уже сюда приехала. Не знаю, жнецу вообще не нужна, ребята, быстрая перезарядка, потому что он так и так стреляет быстро, стреляет много. Он очень быстро перезаряжается, просто за секунду он перезаряжает свой этот пулеметный барабан, и ему, по сути, реально вообще не нужна быстрая перезарядка. Он и так всех уничтожает очень быстро.
Итак, ребятушки, следующий танчик. Это Катюша стреляет ракетами и с быстрой перезарядкой, ребята. Она будет стрелять еще намного быстрее. Итак, бой начинается, ребятки. Армада против Катюши. Сейчас будет просто жесть, ребята. Быструю перезарядку врубаем и атакуем. Воу-воу-воу-воу. Просто у Катюши град. Град ее ракет падает с неба просто бесконечно. Смотрите, воу, жесть. Вот это я понимаю, победа. Итак, ребятушки, следующий танчик. Атлас стреляет самонаводящимися ракетами, ребята. Бустер, быстрая перезарядка для этого танка просто идеален. Итак, армада выкатывается на Атласа, ребята. Но Атласу вообще не страшно, потому что у него, ребята, самонаводящиеся ракеты. Что его снова трясет, ребята, смотрите, что происходит. Капец, снова этот баг, ребята, Атласа трясет на каких-то вот таких непонятных горках. Вы смотрите, что происходит. Жесть, просто его реально трясет просто бесконечно, постоянно. Капец, что это такое, ребят, что это за странные баги? Вообще капец, что происходит в этой Hills of Steel, не знаю, но мы, ребята, побеждаем армаду. Итак, следующий танчик, редкий, осадный, с самой мощной пушкой в игре, это просто жесть. Ребята, следующий бой начинается. Против нас выкатывается армада. Я на осадном, ребята, это просто жесть. На, вы видали, я просто одним снарядом попал. И то не полностью, и армада почти была уничтожена. Поэтому, ребята, быстрая перезарядка. Я вообще не знаю, зачем этому танку, потому что он и так всех без проблем побеждает. Супер. Следующий танчик, ребята, у нас эпический танк Тесса стреляет электрическим лучом. И сейчас, прямо сейчас отправляемся в следующий бой на нем. Итак, эпическая Тесла и, собственно, армада. Ну что, у эпической Теслы и так самонаводящийся тоже ее этот электрический луч. По сути, ребята, быстрая перезарядка вообще не нужна. Просто этот луч, он, ну, чуть больше атакует. Ему нужно меньше времени для перезарядки. И, собственно, все это, все преимущества у Теслы на этом заканчиваются, ребятушки. Поэтому мы уже почти победили с вами армаду. Ну что, побеждаем ее, давай! Yes! Отлично, ребята! Итак, следующий эпический танчик у нас Мамонт, и следующий бой будет на нем. Итак, армада против эпического, ребята, танка Мамонта. Ну что, Мамонт очень крут, ну в плане у него, он выглядит круто, у него пушка крутая, но он, правда, неуклюжий очень, ребята, я вам уже говорил об этом. С него сложно попадать по боссу, сложно направить свою пушку точно в цель, ребята. Именно с быстрой перезарядкой он начинает атаковать просто как какой-то сумасшедший, вы это видели, просто жесть. Еще и отлетает сам от себя, от своих же выстрелов, капец. Что за нереально жесткий танк, ребята, какой-то, знаете, будто начинает психовать и просто все разносит вокруг. На, отлично, у нас победа. Итак, следующий, ребятушки, у нас танчик Карахнит, идем на нем. Итак, армада против, ребята, танка Арахнида. Жесть, просто. Да ладно, все, Арахниду вообще не страшна эта армада. Вы смотрите, как он быстро стреляет с помощью быстрой перезарядки с этим бустером. Это просто жесть, ребята. Бесконечный град вот этих лазерных пуль, которых делает Арахнид. Конечно, я могу очень быстро победить, и сейчас я это сделаю. На, yes, ребята, победа. Итак, следующий танчик. Эпическая Юна, ребята, стреляет гранатами, бьет всех тараном, просто жесть. И, кстати, мы ее с вами можем прокачать, ребятушки, до 15 уровня. И я думаю, нужно сейчас это сделать. Бум! Да, ребятушки, Юна последнего уровня. Ну что, начинаем? Армада против Дюны, ребята. Ну что, у нас у Дюны есть гранатомет и есть, конечно, таран, ребята. Два вида атаки плюс быстрая перезарядка. Вы смотрите, он просто начинает всех своими гранатами поливать. Воу! Жесть просто, что вытворяет Дюна. На, получай, еще она и таранит. Правда, таран почему-то не отталкивает боссов, но мы все равно побеждаем. Итак, следующий, ребятушки, у нас танчик легендарный Скорпион. Легендарный, ребята, танк. Это же просто самая настоящая пушка. Погнали. Итак, первый легендарный бой начинается у нас. Армада, ребятки, против Скорпиона. Капец, армада на самом деле, ну, слабенький босс, слабенький босс. Смотрите, просто с одного попадания мы можем ее уже уничтожить чуть ли не полностью, ребятки. Половину жизни. Просто жесть, смотрите, что происходит. Если включаешь быструю перезарядку.
Короче, ребятушки, с быстрой перезарядкой танчики легендарные просто без проблем справляются с этой армадой. Это просто, ребятушки, жесть. Ну что, следующий танчик у нас легендарный конг. Отправляемся с вами в следующий бой на нем. Итак, ребятушки, бой начинается. Следующий бой — армада против конга. Ну что, погнали. С быстрой перезарядкой, ребята, конг. Смотрите, что он просто вытворяет. Вот так вот атакует. Вы просто видите его мощные жесткие удары. Ну тут армадик, конечно, полный, ребята, капец, просто супер. Итак, следующий, самый крутой и последний танчик в этой игре, ребятушки, это Кракен. Отправляемся в следующий, последний бой на нем. Итак, ребятушки, Кракен против армады, ребята. И с быстрой перезарядкой этот танчик начинает стрелять еще быстрее своими вот этими какими-то иголками. Просто смотрите, что он вытворяет. Стреляет бесконечно, как какой-то пулемет самый настоящий. Жесть просто, ребята. Так, ну что, мы почти уже победили этого босса. Почти, ребятушки, мы его победили. Ну что, армада, ты сдаешься? Тогда запускаем в тебя самый последний крутой вот этот вот лазерный луч смерти от Кракена. Но! Yes, ребятушки, это победа! Итак, ребятушки, ну что, все танчики без проблем смогли справиться, естественно, вместе с бустером на быструю перезарядку с боссом армадой. Босс армада не такой уж-то и мощный босс, если честно, поэтому справились с ним все танчики без исключения и без каких-либо проблем. Ребятки, если вам понравился ролик, посмотри предыдущие ролики, как также, ребятки, все танчики сражались против боссов, удар, грома, гонец ада и лазерная пасть. Тоже с различными бустерами. Ну а с вами был Артимен. Всем до новых встреч, ребятки. Пока-пока.